Представители тюркских народов, населяющих Югру, празднуют весенний Новый год. Наврузу более 5000 лет. Он символизирует обновление, рождение новой жизни и духовное очищение. Отмечают его несколько дней. Прибирают в доме, готовят праздничный стол. А в наши дни проводят еще и благотворительные мероприятия. Один из атрибутов праздника – яйцо, как символ начала жизни. Еще один важный элемент – костер. Считается, что огонь забирает все старое и ненужное. А вот к праздничному столу готовят только самые лучшие блюда. Праздник объединяет азербайджанцев, узбеков и таджиков. Перед него прыгаем и в душе, ну, как в душе, так кричим, что у нас старый остался, что огонь забрал на тот год. Все у нас очистил, чтобы огонь. Прыгаем, говорим, что головную боль остался там, плечевую боль остался там. Все, что у нас недуги есть, то остались в старом году. А на Новый год мы пришли как новым организмом. Мы не только свои праздники уважаем, и уважаем всех праздников народов. И русских народов праздник тоже уважаем. И мы тоже стараемся, чтобы с ними вместе отмечать и наш праздник, и праздник русских народов.